Здравствуйте, в эфире программа «Очердай», с вами ведущий Андрей Токомбаев. И тема сегодняшнего нашего разговора – надо ли запрещать добычу урана в Кыргызстане? По такому поводу мы пригласили сегодня наших собеседников. Итак, у нас в студии Кулубек Джоумартович Бакамбаев, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызстана, и Гани Галиевич Абдирасилов, директор Бюро стратегических исследований в Кыргызстане. Итак, Кулубек Джоумартович, вам вопрос. Вокруг вот этого законопроекта, который был принят буквально в третьем чтении депутатами в октябре, о запрете на добычу урана в Кыргызстане, не утихают споры буквально с весны этого года, с апреля этого года. Вот. Насколько, на ваш взгляд, компетентен этот законопроект, и насколько вообще актуален сам вопрос о запрете добычи урана в Кыргызстане? Ну, на мой взгляд, я бы, во-первых, хотел сказать спасибо Пятому каналу вашему, потому что вы, по-моему, впервые, первые в республике обсуждаете этот вопрос не с теми, кто гонит волну, скажем так, антиурановую, а с теми, кто, значит, считает, что это неправильно. По двум позициям неправильно. Ну, во-первых, если с точки зрения, то есть с позиции геологии и горной добычи, то это не совсем правильно, совсем неправильно, потому что никаких геологических, геохимических, физико-химических и прочих там нет никаких оснований для такой паники. Дело в том, что это месторождение Ташбулак, оно расположено, во-первых, в 50 километрах от озера Иссык-Куль. Во-вторых, оно отгорожено от озера Иссык-Куль мощным хребтом Терски-Алато. Это мощная гранитная стена. Окончанием Кыргызского хребта является как раз вот эта гора Кызыл-Омпол. И поэтому, собственно говоря, вот эта гора Кызыл-Омпол и преграждает попадание урана в озеро Иссык-Куль. Здесь произошла очевидная ошибка. Дело в том, что эти месторождения, о которых идет речь, в частности, Ташбулакские месторождения, они расположены не в Кызыл-Омпол, а далеко от Кызыл-Омпола. Как раз гора Кызыл-Омпол, которая, еще раз повторю, является восточным окончанием Кыргызского хребта, она перегораживает. То есть они являются, вот этот горный хребет является естественной преградой к озеру Иссык-Куль. А почему же, на ваш взгляд, противники разработки добычи, вот именно разработки этого месторождения, они утверждают? Здесь была допущена некоторая географическая ошибка. Дело в том, что Кызыл-Омпол – это наиболее известная гора, скажем, там вот в Омском ущелье. Мощная, большая гора Кызыл-Омпол называется. И все считают, что это месторождение является Кызыл-Омпол, как будто оно на грани, как ближе к Иссык-Кулю. На самом-то деле, это геологический проект принято называть площадь, Кызыл-Омпольская площадь, потому что гора Кызыл-Омпол известна. А площадь вот эта, там, где расположены рудопроявления и рудники, и рудопроявления урана, они расположены в другой части. Еще раз повторю, Кызыл-Омпол, гора, она является естественной преградой попаданию урана в озеро Иссык-Куль. Это во-первых. Во-вторых, и самое главное, к сожалению, очень многие не знают, что такое уран. Хотя сейчас при современных средствах коммуникации любой более или менее грамотный человек может войти в интернет и узнать, что такое, что из себя представляет уран. Я не буду глубоко говорить об этом. Это таблица Менделеева и все прочее. Уран – это самый тяжелый металл. И он не газ. Вот самое главное. Он не газ, это тяжелый металл. И поэтому этот тяжелый металл никак не может переноситься ветрами. Большое спасибо, Кулубек Джоумартович. К нам уже в студию дозвонился первый зритель, который может возразить. Итак, звонок в студию. Так.
Так, у нас, да, дозвонилась до нас эколог Анна Кириленко, угу. представитель экологического движения «Биом». Итак, Анна, вам слово. Здравствуйте, дорогие коллеги. Ну, я хотела уточнить несколько моментов. Вот как вы видите, существует ряд рисков, которые на сегодняшний день не ясно, как они будут решаться. Ну, например, отсутствие адекватного мониторинга. Да? То есть мы понимаем, что, например, существует постановление правительства 586 о моратории на проверки. Да? И мы видим о том, что государственные органы так или иначе устраняются из системы обеспечения экологической безопасности. Да? И вот в этом всем контексте, когда мы говорим о уменьшении роли государства в таком важном вопросе, мы при этом другой рукой собираемся разрабатывать месторождение. Это первый вопрос. Второй вопрос – это вопросы, связанные с политикой страны в целом, потому что, с одной стороны, мы говорим, мы развиваем зеленую экономику, мы развиваем туризм, органическое сельское хозяйство, и это базовые приоритеты развития нашей страны, да, в том числе на там, ближайшую перспективу до 2040 года и далее, да. И это говорит президент, это поддерживает парламент, и вдруг появляется инициатива разработки урана в нашей стране. Вот насколько это экономически оправдано, потому что, насколько мы понимаем, что существует, кроме прямых выгод, да, существуют так называемые экологические экстерналии, которые не учитываются. Это косвенные или опосредованные затраты, то есть это не полученные выгоды, например, туристическим сектором, например, сельскохозяйственным сектором, потому что, ну, вы понимаете, автоматически, как только будет речь идти о том, что в Кыргызстане разрабатывается уран, мы лишимся части туристов, мы лишимся вот этого имиджа чистой страны, да, мы лишимся возможности продавать в том числе нашу продукцию, и на нашу продукцию будут смотреть больше подозрительность. Вот, собственно, ну, моя проблематика, которую я хотела бы поставить в данном случае. Спасибо большое, Анна. И я хотел напомнить, что у нас еще один собеседник в студии. Гани Абдирасилов, директор Бюро стратегических исследований. Итак, вам слово. Ну, мне кажется, тут вот, представители экологии смешала в кучу все проблемы вместе взятые. И идет просто, мне кажется, такое планомерное запугивание населения, что если это какое-то частное небольшое месторождение будет разрабатываться, то нам наступит коллапс в туризме, в сельском хозяйстве и так далее. Это общие фразы, которые я последние 20 лет слышу от экологов. Им надо что-то говорить, им надо себе какие-то очки зарабатывать и так далее. Но я хотел бы сказать о другом. То, что вот сейчас Колубек Джамарч рассказал про месторождение со своей как бы профессиональной точки зрения, я не буду повторять, а я хочу сказать другое. В Кыргызстане, честно говоря, я занимаюсь этими вопросами уже в течение 20 лет, это у нас наиболее перспективно для экономики государства, это сфера недропользования и сфера энергетики, включая и зеленую, и в основном гидроэнергетику. Потенциал колоссальный и в той, и в другом направлении. Все остальные, так сказать, направления, там их тоже надо развивать. Это и IT-технологии, это и прочее, прочее. Но речь сейчас идет об этом месторождении, ради которого вы, так сказать, нас пригласили. Дело в том, что какое бы месторождение ни разрабатывали, существует всегда протестное настроение. А протестное настроение всегда появляется, и существуют определенные группы лиц, определенные группы, которые специально будут выступать против. Я могу перечислить. Первое, я с этим уже не раз сталкивался, и об этом и в прессе писал, и говорил. Значит, первое. Любое месторождение, как только приходит инвестор, к нему сразу начинает приходить. Это ОПГ, организованные преступные группы начинают говорить, ты с нами делись. Это местные чиновники, которые требуют свою долю, кроме того, что по закону положено там отчисление и прочее, прочее, то есть взятки требуют. Это обязательно противостоять будет местные феодалы,
которые, так сказать, будут терять рабочую силу дармовую, потому что любое месторождение имеет мультипликационный эффект, и вокруг него создается много-много рабочих мест. И, конечно, там заработная плата, условия труда намного лучше, чем там их эксплуатируют местные олигархи или местные. Вот. И третье, это, естественно, у нас есть политические силы, которые на этом зарабатывают как политические очки, так же занимаются каким-то крышеванием того или иного месторождения. Вот эти вот четыре группы, я уже не буду говорить про все остальное. Да, и за основу всегда берут экологию. То есть выдвигают на первые, так сказать, в первые ряды экологов для того, чтобы они запугивали. Что не дай бог это месторождение, то ли урановое, то ли золоторудное, то ли еще какое-то, оно обязательно спасибо будет большое, портить Гани экологию. Спасибо большое, Гани Калеевич. У нас еще вопросы, пожалуйста, к уважаемой Анне Кириленко. Вам слово, Кулыбек Джаматович. Я должен ей ответить? Задать вопрос. Ей задать вопрос? Или ответить? Нет, я ей задавать вопроса не буду, потому что из ее длинного вопроса я как-то не собираюсь отвечать на такие. Но мне запомнилось одно, вот как будет развиваться сельское хозяйство и так далее и тому подобное. Я думаю, вот я полностью согласен с Абдагалиевым, то есть с Абдарасиловым, моим другом. Он дал очень четкую, ясную картину, почему люди, почему инициируется процесс против разработки уранового месторождения вообще. Если быть логичным, я должен сказать, а что, другие месторождения у нас менее опасны, что ли? Нет. У нас все разрабатываемые месторождения, они являются полиметальными, многометальными. Отрабатывается основной элемент, а остальное все выбрасывается в окружающую среду и загрязняет. Я скажу, какие элементы. Свинец, цинк, мышьяк, в том числе и многие другие, мышьяк и так далее. Вот возьмите, почему тогда вот эти, которые говорят, что не надо разрабатывать, не поднимают вопрос о запрете вообще горнодобывающей отрасли. Вот Хайдархан. Вбрасывается в окружающую среду самый опасный элемент – ртуть, мышьяк, там тоже содержание урана и куча других элементов, которые загрязняют окружающую среду. Но ведь никто не поднимает вопрос о закрытии Хайдарканского месторождения или других золоторудных месторождений, которые тоже содержат массу вредных химических веществ. Это одно. Я должен поддержать, что вот у нас, к сожалению, вот это экологический популизм чрезвычайно развит, потому что к экологии можно прицепить все. И тогда, если мы хотим иметь чистую экологию, как говорит вот, сторонница чистой экологии, зеленой экологии и так далее, то нам надо вообще уйти в первобытно-общинный строй, ничего не производить, ничего не делать. Потому что даже если мы элементарно на своем огороде спашем участок, мы уже разрушаем почвенную экосистему. Это раз. И вот очень важно было затронуто Абдарасиловым, извини, пожалуйста, что все это политический популизм. У нас, к сожалению, любые хозяйственные споры, они сразу превращаются в идет подтекст политический. И вот, как правильно сказано, любые группы... Значит, Кулыбек Джамартович, если я правильно вас понял, вы хотите сказать, что любая промышленная деятельность, она сопряжена с различными с различной степенью загрязненности экологии. Что на этот вопрос скажет наш собеседник, Анна? Ну, уважаемые коллеги, во-первых, я очень высоко признаю вашу экспертность в части, связанной с горнорудной промышленностью и так далее. Но то, что касается сферы более широкой, вот здесь я думаю, что нужна в обществе более серьезная полемика, потому что вот вы говорите, что любое развитие любого месторождения связано с протестными настроениями, так это ведь не на пустом месте, да, и конечно, многие деструктивные силы используют, к сожалению, вопросы экологии для того, чтобы, ну, продвигать те или иные решения, которые нужны, да? Но это не значит, что экологическое содержание, да, экологические вопросы мы не должны ставить в приоритет, да? Вот вы говорите протестное настроение, но если мы вспомним, государство самоустранялось, государство говорило, ну, решайте сами,
я потому что помню прекрасно ситуацию с Андашем, да, и так далее. Фирмы часто обманывали население, говоря о том, что минимальные экологические риски, а потом мы получаем нарастающие ситуации в этом направлении. И действительно, здесь для того, чтобы разрешить ситуацию, нужны адекватные воспринимающие органы науки. Да, науки, мониторинга, которых у нас, к сожалению, не так много. И у нас нет, на самом деле, вот вы говорите, вот вы все там кричите, экологи, да? Да мы бы рады не кричать. Но вопрос-то в другом. Вопрос, что давайте мы будем максимально использовать принцип предосторожности. Это международный принцип, и государство наше точно так же признает этот принцип. То есть давайте тогда четко определимся, куда мы все-таки идем. Потому что если наша страна заявляет одно, да, а потом на международном уровне, в политических документах, если президент и парламент все-таки говорят о том, что вот курс страны, он в эту сторону, да, то говорить о том, что экология не нужна, ну это, знаете, это несерьезно, я скажу вам так. Да? То, что нужно нам действительно максимально повышать эффективность мониторинга, которого фактически нет в стране. Огромное спасибо, да? Анна. Да, вот я понял, да, вашу точку зрения. И я бы хотел сказать, что мы сегодня хотели пригласить в студию разработчиков этого законопроекта. В его разработке участвовало 7 депутатов. Но по непонятной причине ни один из них не согласился участвовать в нашем сегодняшнем выпуске. Потому вчера мы записали точку зрения, записали интервью одного из разработчиков, одного, можно сказать, из инициаторов этого проекта, депутата Бактыбека Турузбекова. Этот человек, он инициировал несколько экологических законопроектов, в частности, запрет на использование синтетических сетей, рыболовных сетей, законопроект по борьбе с загрязнением озера Иссык-Куль пластиковыми пакетами. Это человек, который несколько раз пересекал озеро Иссык-Куль. Итак, слово, демонстрируем фрагмент записи с интервью Бактыбеком Турузбековым. Мы должны определиться. Мы зеленая страна, мы туристическая страна, мы экологически чистая страна, которая ни в коем разе не подразумевает сопутствие производства таких тяжелых металлов, как уран, торий или радиоактивных. Итак, ваше мнение, Кулбек Джамартович. Ну, видите ли, дело, еще раз хочу повторить, что вот есть вот эта Анна, да? Она говорила широко об экологии вообще как таковой. И поучала, говорила о том, что вот нужен там мониторинг, пятое, десятое. Кто возражает против этого? Конечно, нужно мониторировать. Есть понятие такое, экологический императив имеет преимущество. Но если мы хотим развиваться, то у нас в Кыргызстане, к сожалению, кроме горно-рудной отрасли, ничего нет. А как? Вот она там упомянула, что нужно развивать сельское хозяйство. Но я должен сказать, и это многие грамотные люди знают, что сельское хозяйство во всем мире дотируется, от 40 до 70% идет дотация сельского хозяйства. Где мы возьмем деньги для того, чтобы дотировать, развить сельское хозяйство? Я за зеленую экономику. Я за то, чтобы у нас развивалось сельское хозяйство, потому что в ближайшей перспективе у нас ничего не будет развиваться. Простите, чтобы достать средства на дотирование сельского хозяйства, вы говорите, что нужно разрабатывать уран, другие полезные ископаемые. Но еще есть несколько таких моментов, которые учтены, кстати, при разработке этого законопроекта. В частности, на Талдыбаларском месторождении известно, что кроме урана, там еще в некоторых элементах содержится торий. Этот радиоактивный элемент, он содержится во многих веществах, да, и даже в граните, как известно. Да. Что собираются делать разработчики в таком случае с торием? А что, это же торий, он же уже не отдельно, как уран, существует. Он и входит в состав минералов, там циркон, циртолит, моноцит и прочие другие, я не буду перечислять все эти минералы. Он входит в состав изоморфных примесей, частично. Так вот, торий тоже будет разрабатываться одновременно. Что важно, что интересно. Сейчас скоро мы перейдем не на урановые атомные электростанции, а на ториевые, которые более эффективны и более безопасны. Это раз. И все-таки я хотел бы вернуться к этому вопросу, о чем говорил Абдрасилов, что вот, к сожалению, у нас вот экологический популизм, он самый легкий.
Им занимаются все, абсолютно, включая и депутатов, и прочих, и так далее. Меня удивляет. Но если, допустим, я не имею претензий к жителям Иссык-Куля, они выживают как могут, в такой, говорят о развитии туризма, прочее, прочее. А почему иссык-кульцев не волнует загрязнение Иссык-Куля отходами своей человеческой деятельности, особенно в перетуризме? Обратите внимание, по всем берегам Иссык-Куля в курортный сезон, так называемый, заполнены, буквально стоят везде юрточные городки. С этими выгребными ямами. Прямо на пляже. И вы совершенно верно заметили. И это все уходит в Иссык-Куль. И известно, что выгребные ямы существуют определенные санитарно-эпидемиологические нормы на определенном расстоянии до озера. Да. И они часто, эти нормы, нарушаются. Интересно, что по этому поводу может сказать именно о нарушении экологии, не только в процессе урановых разработок, может быть, другой деятельности человеческой на Иссык-Куле, Ганик Алиевич Абдрасилов. Ну, тут эти все вопросы Джамарт, Кулыбек Джамартович поднял уже и как бы профессионально, высокопрофессионально объясняет все это, что да, что у нас должно быть первично, либо мы все будем заниматься вопросами экологии, все 6 миллионов населения, либо мы все-таки что-то созидать будем и что-то зарабатывать и что-то... какие-то, так сказать, создавать финансовые, материальные ресурсы. Поэтому еще раз хочу сказать, я уже повторюсь, что и сейчас только было сказано, что у нас приоритетным для... Надо же учитывать, каждое государство, вот в Казахстане углеводороды, в России, да, нефть, газ и так далее, но у Киргизстана, кроме природных ресурсов, а хочу сказать, что только одних золоторудных месторождений у нас более 350 по запасам золота на душу населения, по запасам золоторудных месторождений, мы занимаем первое место в СНГ. И мы живем бедно. Потому что у нас как только кто-то начинает... Вот это вы, кстати, очень точно заметили, что несмотря на то, что мы... Коллеги, мы бедно живем не из-за того, что мы что-то не разрабатываем. Мы бедно живем из-за того, что мы неверно распределяем. И это первый момент. А второй момент, это то, что мы не считаем будущие убытки. Потому что мы разроем это все, а потом сколько у нас денег сейчас уходит на рекультивацию месторождений? А вы знаете? Нет, а вы знаете? Кстати, Анна, я вмешаюсь в ваш разговор. Вопрос о рекультивации месторождений. Никто сейчас не думает. Это отдельно. Вы знаете, это вот голословные утверждения любого эколога. Любого. Я еще раз скажу. Я не знаю, кто еще. Для того, чтобы разрабатывать месторождение, необходимо... Те, кто продвигает этот законопроект. Необходимо сделать техпроект. Техпроект проходит экспертизу в Госгортехнадзоре, в госэкологической инспекции и так далее. И там это огромный документ, в котором отражены все вопросы, включая рекультивацию. И пока техпроект не будет утвержден, не подписан, никто никогда не может начать разработку того или иного. Просто, понимаете, вы рассчитываете на дилетантов. Вот абсолютно на большую массу дилетантов. Экологам нужно всегда о себе что-то говорить, доказывать, что они нужны кому-то. А фактически, все, что вы сейчас сказали, это абсолютная демагогия. Нет, мы говорим, предоставьте нам полностью обоснование безопасности этой деятельности. Кому вам? Кому вам? Кому вам? Нам как общественности. А какой общественности? Но вы не можете. Для этого есть государственные структуры, которые согласовывают, которым предоставляют эту информацию. Кстати, по поводу безопасности разработки урана, у меня есть хорошая цитата. Есть такая компания «Юразия» в Кыргызстане, которая еще в 2010 году получила лицензию на добычу урана в Кыргызстане. И руководитель этой компании Светлана Минг, она высказала интересную вещь как раз по поводу экологической безопасности при разработке добычи урана. Добыча урана никак не способствует повышению радиационного фона в Кыргызстане. Даже наоборот, по мере выработки урановых месторождений радиационный фон будет понижаться. Кроме того, наши исследователи пришли к выводу, что добывать этот радиоактивный элемент у нас в стране можно без ущерба для экологии.
Итак, что могут сказать по этому поводу участники нашей программы? Сейчас только было сказано о том, что уран – это тяжелый элемент. И технология добычи урана на том же вот месторождении, она предусматривает. Уран оседает на дне этого прудов, которые там созданы специальные водоемы. И потом этот тяжелый элемент в закрытых контейнерах вывозится на обогащение. То есть, понимаете, вот когда лезут люди, которые не знают технологию добычи, не знают свойства, и начинают говорить абстрактно и ни о чем. Вот это вот всегда, честно, меня возмущает. Я человек конкретный. Абсолютно прагматичны в этом плане. Если я не знаю технологию, если я не знаю способы, если я не знаю, так сказать, состояние окружающей среды, я об этом говорить не буду. Никогда, нигде. Большое спасибо, Ганик Алиевич, и вы в этом совершенно правы. У нас, к сожалению, в Кыргызстане очень много экспертов, которые любят давить на эмоции, особенно используя популистские какие-то лозунги, и говорить, как вы точно заметили, ни о чем. Время нашей программы уже, к сожалению, подходит к концу, и в завершение я бы хотел рассказать несколько интересных фактов про уран. Мало кто знает, что уран используют при производстве гоночных автомобилей. Гоночные автомобили должны быть весом не менее 600 килограммов. И что происходит? Сначала конструкторы уменьшают его массу, а затем, насколько это возможно, дотягивают вес до 600 килограммов при помощи урана. Уран также используется при производстве фаянсовой и керамической посуды. Посуда, окрашенная урановыми соединениями, приобретает приятный желто-зеленый оттенок. Мировым лидером по производству урана является Казахстан. Там производят 33% мирового объема этого вещества. Как считают ученые, уран появляется только при взрывах сверхновых звезд. Кроме того, в чистом виде уран практически не опасен для человека. Дело в том, что из-за огромного периода полураспада радиоактивность этого элемента мала. Кроме того, альфа-частицы не способны преодолеть ороговевший слой кожи человека. Мало кому известно, что морские водоросли обладают способностью накапливать уран. Его концентрация в водорослях может сотни раз превышать содержание этого вещества в морской воде. Уран также скапливается в костях человека. Небольшие дозы этого вещества содержатся в печени, селезенке, почках и даже легких. Итак, огромное спасибо за внимание. На мой взгляд, обсуждение этой темы, оно еще далеко от завершения. И за, и против количество и сторонников, и противников этого законопроекта, я думаю, будет увеличиваться и после нынешнего выпуска нашей программы. Всего доброго, до новых встреч. А можно добавить?